Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такого красивого зайчика. Этого зайчика я вязала из плюшевой пряжи. На него у меня ушло третья часть мотка. Вяжется он очень легко и очень быстро. Этого зайчика можно связать за 10 минут. Так что и с технологией вязания данного зайчика справится любой новичок. В этом видео я покажу подробный мастер-класс, как вязать все детали. И у зайчика вяжутся ноги. Потом переходим вязать туловище. Нитку мы не отрезаем и вяжем голову. Так что вот эта вот деталь у нас цельная. И когда вяжем туловище, вязываем ручки. Пришивные у нас только вот ушки и хвостик. Ну и нужно будет сделать небольшую утяжку глаз и оформить вот так красиво мордочку. Вышить носик и бровки. И вот такой симпатичный зайчик у вас получится. По размерам показываю, если замерять зайчика без ушек, то это получается вот 15-16 сантиметров. Если замерять вместе с ушками, то 20-21 сантиметр. Вот такой зайчик. И получается вот очень красивый. Приступим к вязанию такого вот красивого зайчика. Для зайчика я возьму белую плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров и крючком буду вязать 4 миллиметра. Зайчика начнем вязать из ручек. Делаем кольцо амигуруми. И в это колечко будем ввязывать 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот мы провязали с вами первый ряд. Теперь переходим на второй ряд. Во втором ряду нам нужно тоже провязать 6 столбиков. Итак, в каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем по одному столбику. Вяжем так без изменений. И всего нам нужно так провязать еще 5 рядов. То есть со второго по шестой ряд мы будем провязывать по 6 столбиков. И вот провязали со второго по шестой ряд по 6 столбиков. И вот такие ручки для зайчика у нас получились. Ниточку отрезаем коротенькую, так как мы ручки будем вязывать, и наполнять их тоже не нужно. Теперь начнем вязать ножки. Для ножек тоже делаем кольцо амигуруми. И в это колечко будем ввязывать 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. 6 и 7. Это у нас первый ряд.
Переходим ко второму ряду, и во втором ряду нам тоже нужно провязать 7 столбиков. И так мы будем вязать со второго по пятый ряд по 7 столбиков. И вот мы связали ножку с первого по пятый ряд, мы вязали по 7 столбиков без накида. И связали вот вторую тоже ножку. У одной мы отрезали ниточку, у второй мы не отрезаем. И теперь вяжем шестой ряд. В шестом ряду будем соединять ножки между собой и продолжать вязать тело игрушки. Для этого делаем одну воздушную петлю и присоединяемся вот до нашей первой ножки, которую мы связали. Провязываем столбик без накида и так обвязываем 7 столбиков без накида. 1, это 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков без накида вот мы провязали. Теперь там, где у нас воздушную петлю мы сделали, мы в нее будем ввязывать 2 столбика без накида. Вот ввязываем 1 столбик и сюда же провязываем 2, то есть это у нас прибавка там, где у нас воздушная петля. И переходим на вторую ножку. Здесь провязываем тоже 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И там, где у нас вот воздушная петля, сюда тоже провязываем прибавку. То есть из одного столбика, из одной воздушной петли вот вывязываем 2 столбика. Вот мы провязали с вами шестой ряд. И в шестом ряду у нас получилось 18 столбиков. Теперь в седьмом ряду нам нужно добавить 4 петельки. Будем добавлять вот таким образом. Провязываем 1 столбик, 2, 3 и в четвертый прибавка. Из одного вывязываем 2. Теперь вяжем 1. 2, 3, 4 столбика и с пятого вывязываем 2 прибавка. 1, 2. Снова вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4, и вот из четвертого, четвертый столбик еще провязываем 1 столбик, то есть прибавка. Провязали 3 столбика, из четвертого вывязали 2. Теперь вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4. И вот пятый столбик, и сюда провязываем еще один столбик, прибавка. Таким образом мы добавили 4 столбика в седьмом ряду, и теперь у нас получилось 22 столбика. Далее восьмой и девятый ряды провязываем по 22 столбика без изменения.
Теперь вяжем 10 ряд. В 10 ряду у нас уже будут убавления. Мы провязываем 4 столбика, 1, 2, 3, 4, и после 4 столбика убавка. Теперь вяжем 9 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, убавка. И довязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И в конце 10 ряда у нас получилось 20 столбиков. На этом этапе можно взять наполнитель и наполнить игрушку наполнителем. Наполняем вот ножки. Вот так выглядят ножки, когда их наполнили наполнителем. И теперь будем вязать 11 ряд. В 11 ряду нам нужно провязывать 3 столбика и убавка. И так повторять будем 4 раза. 1, 2, 3, убавка. Еще раз. 1, 2, 3, убавка. 1, 2, 3, убавка. Сделали убавку и еще раз провязываем 3 столбика. 1, 2, 3 и убавка. И в конце ряда у нас получилось 16 столбиков. Теперь вяжем 12 ряд. В 12 ряду провязываем 2 столбика. 1, 2 и убавка. И так будем чередовать до конца ряда. 2 столбика, убавка. Еще раз. 1 столбик, 2 столбик и убавка. Еще раз повторяем. 1 столбик, 2 столбик и убавка. Вот провязали, и в конце ряда у нас получилось 12 столбиков. Теперь можно взять наполнитель и наполнить вот и игрушку. И вот так я уже наполнила. Так выглядит на данном этапе наша игрушка. В 13 ряду снова будем провязывать 12 столбиков. Без изменения. Обвязываем так по кругу. И теперь в 14 ряду будем обвязывать ручки. Провязываем 2 столбика. 1, 2. Теперь берем одну ручку. И провязываем
три столбика вместе с ручкой. Один. Два. И три. Вот вязали одну ручку. Теперь три столбика. Один, два, три. И берем вторую ручку. И повторяем. Также провязывая три столбика вместе с ручкой. Один. Два. И три. И нам осталось довязать один столбик. Теперь дозаполняем еще игрушку наполнителем. И теперь вяжем 15 ряд. Здесь тоже у нас будут убавки. Провязываем 2 столбика. 1. 2. И убавка. Теперь провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и убавка. И довязываем до конца 2 столбика. Всего в конце 15 ряда у нас получилось 10 столбиков. Дозаполняем наполнителем. А теперь продолжаем вязать голову. Вяжем 16 ряд. И в 16 ряду в каждый столбик предыдущего ряда нам нужно провязать по прибавке. Так, из одного вывязываем 2 столбика. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Итак, в 16 ряду у нас получилось 20 столбиков. Переходим к 17 ряду. В 17 ряду будем провязывать 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и прибавка. Опять повторяем 4 столбика, 1, 2, 3, 4 и прибавка. Из одного вывязываем 2. Это второй раз мы повторили.
Опять один, два, три, четыре, прибавка. Это третий раз. И еще провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и прибавка. И в конце 17 ряда у нас получилось 24 столбика. Теперь с 18 по 20 ряд, это 3 ряда, нам нужно провязать по 24 столбика без изменения. И вот провязали 3 ряда, это 18, 19 и 20. И теперь продолжаем вязать 21 ряд. В 21 ряду у нас начинаются убавки. Провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И после 4 столбика убавка. И так мы будем чередовать до конца ряда. Снова 4 столбика, 1, 2, 3, 4, убавка. Еще раз повторяем. 1, 2, 3, 4 и убавка. Это третий раз. И еще один раз повторяем. 1, 2, 3, 4 и четвертая убавка. И в конце 21 ряда у нас получилось 20 столбиков. Теперь будем вязать 22 ряд. В 22 ряду провязываем 3 столбика и убавка. 1, 2, 3 и убавка. Еще повторяем. 1, 2, 3 и убавка. Один, два, три, убавка. И еще раз. 1, 2, 3 и последняя убавка. И в конце 22 ряда у нас получилось 16 столбиков. И вот я вставила уже глазки. Глазки я взяла на безопасном креплении 10 миллиметров. Я их вставила между 18 и 19 рядами и между глазками 4 столбика. И теперь можно наполнять голову игрушки наполнителем и далее продолжим наше вязание. И продолжаем вязать 23 ряд. В 23 ряду провязываем 2 столбика, 1, 2 и убавка. И так будем чередовать до конца ряда. 2 столбика, убавка. 1, 2, убавка.
1, 2, убавка. И еще повторяем. 1, 2, убавка. И в конце этого ряда у нас получилось 12 столбиков. Теперь еще берем наполнитель и дозаполняем игрушку, так как 24 ряд это у нас будет последний ряд. И в 24 ряду нам нужно провязать 6 убавок. Одна, так, вторая, и так вяжем до конца ряда 6 убавок. И вот довязали последний ряд, у нас получилось вот такое маленькое отверстие. Берем иголку и за переднюю стеночку каждой петли продеваем нашу иголку. И теперь тянем за этот хвостик. Вот отверстие стянулось. Прокалываем иголку и затягиваем ниточку. Все, этот хвостик теперь можно отрезать. И теперь вяжем ушки. Делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо будем ввязывать 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. Это первый ряд, в нем 4 столбика. И теперь вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда нам нужно провязать по прибавке 1 столбик, и сюда же провязываем второй столбик. 3, 4, 5, 6 и 7, 8. Вот во втором ряду у нас получилось 8 столбиков. Вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем 1 столбик. В следующий вяжем прибавку. И так чередуем до конца ряда. 1 столбик, прибавка. Всего у нас таких повторений будет 4, в конце ряда получится 12 столбиков. В четвертом ряду провязываем 12 столбиков без изменения. И так вяжем по кругу. Пятый ряд. Провязываем 2 столбика. С пятого ряда у нас начинаются убавки. 1, 2 и убавка. Это 1. Первая убавка. Снова 1 столбик, второй столбик и убавка. И еще раз повторяем 1 столбик, второй столбик и убавка. Итак, в конце пятого ряда у нас получилось 9 столбиков. Вяжем шестой ряд.
В шестом ряду провязываем 9 столбиков без изменения. Вяжем их по кругу самостоятельно. Переходим к седьмому ряду. В седьмом ряду провязываем 1 столбик. Далее убавка. И так вяжем до конца седьмого ряда. 1 столбик, убавка, еще повторяем, 1 столбик и убавка. Всего у нас было 3 убавки, и в конце седьмого ряда получилось 6 столбиков. И довязываем последний седьмой ряд, восьмой, извините, ряд последний, и вяжем 6 столбиков. 2, 3, 4, 5 и 6. Вот такое ушко мы связали. И теперь отрезаем нить немножечко подлиннее, так как нам нужно будет это ушко пришивать. И закрепляем ниточку. Второе точно такое же ушко вяжите самостоятельно. Вот я связала для зайчика хвостик. Он вяжется очень легко. Набираем в кольцо амигуруми 6 столбиков. Провязываем вот один ряд. И второй ряд тоже вяжем 6 столбиков. И вот такой хвостик получается. Теперь оформим мордочку у зайчика, сделаем утяжку для глазиков. Для этого вводим, отрезали недлинный кусочек пряжи, вводим ее вот внизу, там где начинаем вязать голову. Это у нас первая точка. Вторая точка, вводим в уголку глазика. Хвостик оставляем снизу. И теперь третья точка. Вот вкалываем иголкой возле глазика и выводим рядышком возле хвостика, который мы сразу оставили. И теперь вот так подтягиваем ниточки и завязываем на 2 узелка. Вот так. Один и второй раз. И эти хвостики прячем внутри головы нашего изделия. И так же самое делаем утяжку второго глазика, как вот мы только что с вами сделали. И вот утяжку мордочки мы сделали. Вот такие у нас получаются вот щечки у зайчика. Теперь берем ушки и будем пришивать ушки. Я буду их пришивать близко друг к другу на макушке. Вот так они будут смотреться. Беру первое вот ушко, прилаживаю там, где вот я хочу, чтобы оно было, это ушко, и пришиваем таким образом. Захватываем за столбики на голове игрушки вот иголкой, прокалываем, а теперь за две половинки ушка. Ниточку подтягиваем снова за столбики на голове игрушки. Теперь через две половинки вот ушка.
еще раз. За голову игрушки вот в столбике и за ушко. Вот так. И теперь возьму вот второе ушко и пришью его рядышком, чтобы они вот располагались близко друг к другу. И вот ушки пришили. Вот так они смотрятся. Теперь я иголочками наметила, где буду вышивать носик у зайчика. Взяла вот коричневую пряжу. И вот сделала такую петелечку и протягиваю в нее пряжу. Теперь эту петельку прячем вовнутрь. Вот так. Делаем еще стежочек и теперь вниз прокалываем. Смотрим так, чтобы стежки ложились у нас ровно. Вот так поправили. Теперь немножечко ниже, вот так сюда. И вот так. И вот так сейчас смотрится вот мордочка у зайчика. Я еще вышила бровки по желанию. Если хотите, тоже можете вышить. И теперь нам осталось пришить хвостик. И вот прилаживаем хвостик там, где он должен быть. И пришиваем, как и ушки. Прокалываем иголкой вот в тело зайчика. Теперь захватываем за столбики. Так, чтобы вам было видно. Вот за столбики на хвостике. Ниточку подтягиваем. Снова захватываем за столбики вот на игрушке. И за столбики на хвостике. И вот так пришиваем по кругу. И вот хвостик мы пришили. И вот наш зайчик с вами готов. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!